Забот выше крыши. Очистка придомовых территорий и крыш многоквартирных домов от снега и наледи под особым контролем Управления жилищно-коммунального хозяйства Ивановской мэрии. Жильцы дома 88А по улице Ташкентской не так давно обратились с жалобой на ледяные глыбы, нависшие над подъездами. Ситуация становилась опаснее с каждым днем. Падали глыбы, падали, сосульки падали, все. Мы вот гуляем с одной женщиной вот здесь, все стоим вот здесь. Если управляющая компания не решает проблему, мэрия может заставить ее, как и было в случае с этим домом. В адрес организации направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к содержанию придомовых территорий и общедомового имущества. Получив его, коммунальщики должны незамедлительно сбить наледь и направить в управление ЖКХ подтверждение. В зимний период 2019 года обследовано 613 придомовых территорий. Выявлено нарушения по содержанию придомовых территорий 92 нарушения, по содержанию кровель порядка 102 нарушений. Управляющим компаниям выдано предостережение, материалы направлены в службу государственной жилищной инспекции для принятия мер административного воздействия. В основном по выданным нами предупреждениям работы выполняются. То есть в 99% случаев работы были выполнен в течение 1-2 дней. В 99% случаев после вмешательства мэрии коммунальщики все же выполняют свою работу. Но нередко забывают о том, что просто сбить наледь недостаточно. Управляющая компания обязана в кратчайшие сроки убрать осколки льда с тротуара. За этим специалисты управления также следят. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.